Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. У садоводов есть несколько способов посадки томатов на рассаду. Каждый для себя выбирает сам, как лучше и удобнее ему сажать. Ну а я лишь помогу привести несколько плюсов и минусов посадки того или иного способа. Давайте рассмотрим, для чего и как сажать томаты на рассаду в общую плошку с дальнейшей пикировкой. Фишка такого способа в том, что саженцы становятся крепче от пикировок и повреждения корней. Это уже научно доказанный факт. Итак, для начала определяемся с сортом. В общую плошку можно сажать разные, любые понравившиеся сорта. Перед посевом желательно замочить семена на 30 минут в слабом растворе марганцовки для обеззараживания и на 1 час в растворе золы. После этого можно сажать сразу в землю или продолжать замачивание до появления проклевывания семян и только после этого сажать. Плюсом станет то, что сразу будет видно, какие семена мертвы. Не забудьте землю перед посадкой прокалить в микроволновке, чтобы убить вредные бактерии и вредителей. Также неплохо будет заправить почвосмесь питательными веществами. Для этого смешайте в 5 литрах грунта 1 столовую ложку золы, суперфосфата и молотой сушеной кожуры банана. После этого приступаем к посадке. Высаживаем семена на расстоянии 3 см друг от друга и между рядками 4 см, а на глубину 1. После чего я настоятельно рекомендую не проливать грунт водой, а тщательно опрыскать из пульверизатора. Это не позволит земле забиться и саженцы легко взойдут. И конечно не забудьте обмотать плошку пищевой пленкой и убрать в теплое место, так семена быстрее взойдут. Сеянцы появляются достаточно дружно и через 3 недели начинают мешать друг другу, поэтому важно на стадии 2 настоящих листочков сделать пикировку по отдельным емкостям. Как правило, пикируют на 14-й день. Следуйте советам и делитесь своими результатами в комментариях, а также не забудьте заглянуть в описание под видео. Там вы найдете ссылочки на лучшие садоводческие интернет-магазины. Всего вам доброго!